где это вы? Слышите? Чайки! Видите? Вода! Чувствуете? Соль! Мы в море! Я не понял, что вес на суше? Бегом за кого-то! Видал мою судовую грей команду? Ух ты! А это мы, собственно, где? Как где? В великом произведении. Приключения капитана Врунгеля. Собственно, в моих приключениях. Ух ты! А ты кто? Алёшка я. Меня сюда послали желание моё исправлять. А это помощники мои, двое из ловца. Трое! Так это из-за тебя всё. А ну давай исправляй. А что исправлять-то? Как что? Название у корабля пропало. Нет названия, нет корабля. Нет корабля, нет приключений. Ну, значит, надо придумать новое. Думаем. О, может, Марина Михайловна? А, это которая... Галя Витинова? Нет, слишком сложно. Тогда Кукушкина? Нет, слишком страшно. А почему это женские имена-то? Давай мужское. Давай, вот тебя как зовут? Сергей. Ну тогда и меня, Сергей. Назовем корабль мы, Сергей. Отлично, отлично. По старой традиции разобьем шампанское об корму. Аборигены приближаются! Yeah!
Принесите нам попить, и массажиста позовите, и побыстрее. Здравствуй, человек. Здрасте. А вы кто? Как кто? Я сам Воланд из «Мастера и Маргариты». Меня сам Булгаков написал. А это моя свита. Свита, слова договаривай, Воланд. А ты слишком дерзок для просточка. А ты слишком лох для просто так. Ну как он со мной разговаривает? Я же сам сатана, я сам делал. Меня все боятся. Кроме сотрудников ЖЭКа, эти люди вообще никого не боятся. Так что смотри на там. Слушай сюда, Володя. Дюймовочка. Книга просто во влажном месте лежала. Вот я и набухла вместе с ней. Уважаемый Волок, вы на прошлом балу кое-что оставили. Ваш безвозмездно. Я вам верну это. Но его сейчас нет. Твой хвост. Мой хвост? Дюймовочка не принесла хвост. Да. Ну что, тогда объявляем фристайл у сатаны открытым, танцуют все!